Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если уже хочешь каникулы. Здорово всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас новенькие полицейские погони. Да, ребята, всем привет, что ж, новые машины, новые погони, новые мы, оба вроде как болеем, но думаю, что будет все нормально, поэтому, дружище, поддерживай лайкосом, чтобы не болеть. Так, я на Астон Мартине буду, смотри. Слушай, он у тебя больше не на Астон Мартин похож, а на москвич прокачанный, протюненный. Ну, раскусил. Ё-по-мать, диски отлетели. Просто минус колесо, ты смотри. Я же тебе говорю, это москвич, брат, это тебя обманули жестко прям. Это типа машина этого, агента 007, чё ты? Да-да-да, москвич, русский Ванька, агент 007. Нет, это просто агент 07 тогда. Да, агент наливай 07. Или агент Чекушка просто. Да. Агент Чекушечка, здравствуйте. С Блин. Вами Ванька. Слушай, так, Ванька. Ладно, я в другую сторону уехал. Неплохо ездить так-то. Это DB6 или 8. Я заметил, да, очень хорошо так. Один раз попал в колесо, чуть не развалился весь машина. Ну колеса это этот. О, слабое место. О, брат, привет. Здорово. А я уже думал, что у вас в полиции все плохо. Ты сам засигнал эту сигнализацию орешь. Ага. Типа нет сигнала, да? Да-да-да. В граммофон просто едет. Господи, а что его носит, алло? Ой, какой агент Чекушка. Вообще. Оп! Норм. Я понял. О, у меня пулемет есть! А че я молчал? Да ладно, нихера себе! Иди сюда! Это что за... Господи, а что, у тебя отлетело зад? Уже давно колесо отлетело. Охереть, у тебя мост отлетел задний. Господи, она просто дрыгается, алло. Подожди, подожди, подожди. Ты будь так, не выходи только с машины. Сейчас я... Что это Разгонюсь, значит? Пойди. Что это значит не выходи? Подлюка, не выходи, говорю. Ой. Господи, она просто... Ой. А ты... Ты чё стреляешь вообще, алё? У меня, оказывается, эти были всякие приколюшки, там, сбрасывать на дорогу говно всякое. Это же реально, типа, машина Супермена. Супермена. Господи, да чё я телепорчусь там, мать его, в этом... Нормально. Господи, боже мой, я вообще не понимаю, где я появляюсь. Я то там появился возле дома белого, то здесь. Да я понял, я понял. Ну это нормально, что ты удивляешь. Смотри, что у меня было, оказывается, смотри. Это, короче, типа машина этот, удивлялка-то, реально агента. У меня даже вот телепортация на крыше есть, только как работает, я не пойму. Господи, боже мой, что это ты навалил здесь, какаша какая-то. Это чтобы тебе веселее ездить было. Не, ну это реально москвич протюненный для агента Чекушки. Ребят, пишите в комментариях, что думаете, видели вы такое или нет, а в принципе мы продолжим нашу погоню. Да, поехали. Друзья, продолжается наша погонька, и вот человечек из доставки отравленной пиццы выезжает на дороге Лего-Сити. Опачки, а я тут думаю, что нам в отделение полиции приходят жалобы, что пиццей травятся люди. Вот-вот-вот, это я, да. Я понял. Был агент Чекушкин, стал уважаемый продавец пиццы. Пиздюк-пиццушник. Пиздюк-пиццушник. Пиццушник, ёпси. Короче, нет, вы, ребят, не обращайте внимания, я болею, так что я могу всякую хрень нести. Да. Так. И на меня тоже не обращайте внимания, я тоже могу всякую хрень нести, даже когда не болею. Блин, а где ты есть, уважаемый? Кстати, а у меня, кстати, здесь еще ускорители включаются. Я, кстати, не перешел за полицию, вот теперь я перешел. А я, кстати, за бандита не перешел. Красавчик. Это продажный мент был. Продажный мент? Окей. Да. У меня, короче, спорткар. Типа новая последняя моделька. Ездить неплохо, но толку мало. Ну да, а у меня какая-то херня сверху с плавником акулы, но явно она что-то не работает. Плавник акулы? Да. Акула жрет пиццу? Да, акулья пицца. Акулья пицца, норм. Почему заказываем акулью пиццу в Лего Сити. Господи, у меня машина не ездит нормально, просто прямо. Не, ну, брат, когда машина не ездит нормально, это значит, у кого-то руки не с того места. Да не, она вообще не нормальная. Колеса беспонтовые. Да, тут колеса беспонтовые стоят. Гоночные, знаешь, раллийные. А, я понял. Блин, я где-то тебя слышал в подворотне по соседству, а ты уехал уже. Я ну уже да, гоню. Мы здесь рассекаем, распространяем эту пиццу по всем... Ты что, её разбрасываешь на улице? Ну, нет, зачем? Они к домам выходят, и я такой, ча-ча-ча, о,
Господи, ничего ты там виляешь. Это арабский дрифт. Да, я вижу, да. Господи, что у тебя там? Да господи, едь, ты уже достала, ёб твою мать. Нормально, нормально, все хорошо, брат. Давай, о, вот это дрифт. Она вообще прямо не едет, она едет только по дуге, алло. Так ты едь боком, братка. Зачем развернулся? Нихера ты умер, слушай. Охренеть, ты промахнулся, что ли? Я что-то не понял, а что я живой-то? Тут я видимо, промахнулся. Охренеть. Вот ты откинулся, слышь, мент. Да, жестко. У тебя еще взрывоопасная машина, я смотрю. Она, короче, очень быстрая, и за счет этого она неуправляемая. Из-за колес вот этих, она прям... Я понял, нихера я увернуться успел как... Ну я, кстати, видел, как будто я тебе перец снес. Ну я видел, что ты чуть-чуть меня зацепил, да, но не совсем, видимо. Удар пришелся на угол дома. Да-да-да, жесть какая вообще была сейчас. Как тебе наш спорткар? Нормальный. А как тебе моя Додо пицца? Не знаю, сейчас проверим. Воу-воу-воу-воу. Нормально. Нормальная пицца, да, крепкая. Опа, на колесах опять. Слушай, ну у меня довольно-таки крепкая тачка, смотри-ка. Ой-ой-ой. На тебе в бочину. Да как ты? А что ты не рассыпался, алё? У меня все под контролем. Я говорю, она очень крепкая вообще. Да от таких ударов уже отлететь все должно было, алё. Вообще похеру ей. А это что, реально акула какая-то, что ли? Да я не знаю, нет, это плавник какой. Плавник. Братан, выходи. Не. Ой-ой-ой, колесо отлетело. Вот! Оно. Вот это по-нашему. Ладно, мы на трех доедем. Нихера себе. Задом меня хотел ударить. Да-да-да-да. Че творит этот полицейский, господи? Какой-то бешеный реально. Ой-ой-ой. На тебе. Где-то там. Сальтуха, ёпся. Без двух колес-то нормально едет? Вообще не просто. Едет, едет, едет. Уничтожить разносчика пиццы. Нихера себе ты. Как блокбастер? Бля, я телепорчусь. Ёпси, ёпси. Тихо, у меня патроны кончились. Это было красиво, кстати. Это было, да. Это как блокбастер, ёпси. Я вообще не понимаю, куда у меня Патрик или... А, тут так дождался, когда патроны закончатся и расстрелял. Нормально. Блин, ну офигенно полетела твоя тачка. Моя в конце тоже полетела очень хорошо. Да, и ты еще так выпрыгнул, говорю, как робокоп, ёпси. Ну, это агент Чекушка, возвращение. Агент Чекушка, да. Просто теперь он работает в полиции. Блин, нихера себе, меня тут кузен подогнал Куруму бронированную из GTA 5. Вот это новое. Тебе Куруму из GTA 5? Да, она, кстати, неубиваемая машина в GTA-шке. Но здесь я этого сказать не могу, потому что что-то слишком хлипкие колеса какие-то. А вы в курсе, что она в розыске? Нет. На ней даже номеров нету, братан. Теперь знаете, что она в розыске. Курума. Ты подожди, это единственная машина в Лего Сити. Логично. Поэтому сейчас я буду ее останавливать и вам скажу, что вы должны остановиться. Нихера она просто едет так как, а? Ух ты, нихера себе. 160 просто на изичах. Нихера, ну у меня что-то вообще машина не управляет. Ахахаха, добро пожаловать в отделение полиции Лего Брик Рикса. О-о-о. Здравствуйте, уважаемый. Ну как дела? Ого! Вообще насрать. Алло! Алло, подмога! Нормально, так было только что. Выезжает, а я думал, все... подмога, блин! Нихера ты опасный! Вообще опасный! Ага, я понял. Я да понял, господи, что ты опять колеса-то потеряла, дура! Я понял тебя! Арабишь на курубке! Неплохо так, но у нее, знаешь, у нее подвеска какая-то чувствительная, она прям как этот, нигеры накуренные, скачет прям. А у меня очень низкая машина, и по бордюрам она, короче, херово едет. Ну ты дрищу неплохо, я смотрю. Ага, дрищу. Дрищешь? Окей. У меня в багажнике есть место для тебя, хочешь прокачать? У нее что-то с поворотами проблема какая-то, по-моему, машина. Это нормально, блядь. Ну ты быстро, алло. Еще и косой.
Да. Колеса зато вперед полетели. Давай, 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 Мортал. Очень, да, быстрая тачка, кстати. Ну я вижу. Ух ты, нифига зашел, как батька просто, а. Ну-ка, давай, ручная коробка передач, разгоняйся. Блин, ну у тебя она раза в три быстрее, как минимум. Она у тебя брони... Оу! О! Что было? Минус Антоха. В смысле, а ты живой, что ли? Я тормознул, и ты об меня врезался. Охренеть, да какого хера я-то разлетелся, а ты вообще нет. Рассыпанная, рассыпная, бронированная Курума, я же говорю. Либо это рассинхрон такой жесткий. Но у тебя машина реально, она как будто из пластилина. Господи! Да... Стой! Не я горю! Да ладно, я еду! Да я вижу, что ты едешь, это я взорвался. Я думал, у меня жопа полыхнула. Ты слушай, у тебя колеса до сих пор целые. На тебе. Какого хера вообще, слышь? Ну это пинг, то, что ты меня врезаешься подальше. На, цепани... Ох ты, нихера себе! Я хотел сказать, цепани мою жопу. Да посмотри, она у тебя вообще не разбивается, слышь. Ну как не разбирается? Разбирается, еще как. У меня я вообще не вижу, у меня только зад немножко у тебя покоцанный перед. У меня тачка похожа на семерку уже. На семерку? Может это Курума за это... Может это семерка затонированная вся? Может, может. Че, теперь ты за мной гоняешься? Мне понравилось уничтожать ментов. Господи. Ладно. Да, господи, у нее вообще колеса конкретно отпадают. Слушай, я, кстати, думал, что колеса у этой машины плюшевые, потому что, ну, выглядят они не этот... Неубедительно. Вообще жесть, ага, неубедительно, до сих пор на месте. Да хорош тебе, братан. Вообще жесть, да этот, он об стену бьется просто, этот полицейский мой. Ну у тебя машина вообще плюшевая, реально, она просто рассыпается от одного удара. Может это у тебя не плюшевая? О! Ой. О, наконец-то! Ой, что ой это что? Это ты сейчас кувыркался, нормально. Это деталюшка какая-то внутри, этот, мы создали этот коллайдер. Я уже тебе по колесу специально бью, и оно ему пофигу. Ну-ка, сюда, габратишка. Это габелла, братан. Габелла какой-то. Ну, тормоза вообще мощные. Я реально говорю, Курума вообще охеренная. Так, ну все, Курума. Слушай, она похожа уже на какой-то мини-гольф. Курума, ты мне надоела уже. Норм. Блин, она реально не убивает, как ты смотри. Охеренно. Просто троллим мента, хэштег. Так, окей. Смотри, какая она прочная. А ты, кстати, меня не убьешь, наверное. У меня, видишь, броня на окна. Сейчас иди. Ты косой, братан. Сейчас я тебя убью. Сучка. Я тебя тоже задавил. Я тебя застрелил. Я тебя задавил. А меня машина задавила. Нормально. Успел. А, там сзади окна не было. Ну, конечно, сзади окна не было. Я понял. Блин, ну Курума реально бессмертная машина. Ну да, хорошая. Но это моя просто еще уродская была. Ну да, у тебя машина прям вообще какая-то плюшевая. Давай проверим, на что способна Курума против поезда. Я вижу, на что она способна. Взорваться она способна. Так, я выйду, пожалуй. Не хочу оказаться здесь. Так. Блин, ребята, ну такая серия. Очень прикольные машинки. Последние, получается, созданные за последнюю неделю. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. А и минус Курума сейчас будет, да? Сейчас минус Курума. Ох ты, ёпта. Чё-то ничего не осталось от неё, смотри. Не осталось, вон каркас. Ну, задние колеса и багажник, и все. Да. И она прыгает еще. И спойлер, это теперь скамейка. Да, ребятки, вот такая бронированная Курума. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Пока, ребята.